І от мені багато хто говорить, що вони самі з Луганська, з Київської області приїхали. Деякі люди мені сказали, що їх знайшли на вокзалі, і на вокзалі їх запросили на цю пару. Ви перевірили паспорт? Чому вас не люблять? От в даний момент на камеру, от зараз покажу, що ви скажете, що прийшли люди з вокзалу по 150 гривень. Мені це люди сказали. Послушайте, ви можете мені дати закончити? Ви зараз сказали на камеру, що прийшли люди з вокзалу з Луганська по 150 гривень. І чому вас не люблять? Це покажуть по телевізору. Що? Ви говорите, прийшли іноді по 150 гривень. Це сказала не я, це сказали ваші авторі. Хто? Кто? Кто? Вы говорите, комментатор со слов Сергея Рулева, вы верите? У меня есть видео, доказ людей, которые говорят, что они приехали из разных мест. Я не сомневаюсь, что это ваши люди, которые вам скажут, разденутся и будут голыми бегать со словами «Нас побил Беркут, отрезали уши». И что? Яйца. И яйца, да, у них три. Поэтому вы просто поймите, за что вас не любят просто. Если бы вы показывали, что... Они злые на этот там бардак и мусор, который происходит в центре города. Это наш город. Мы его очень любим. Мы не допустим переименования в Бандерштат. И мы готовы здесь, если надо, я готов умереть киевлянином. Я не хочу жить бандерштатцем. Понятно вам? Мне зрозуміло. Вы будете выбирать улицы Киева? Да. Я начну с самого главного, с мусора. Это вонь, которая там идет. Вы по каналу не передаете почему-то запах этого говна, который идет оттуда. Ну, через запах это не можно выбрать. Вот вы... Вот вы пойдите и встаньте, почему они ходят в масках, потому что без масок в этом говне жить нельзя. Теперь питание. Пришел у вас активист сейчас из того боку, варикат, из Майдана. Он начал говорить, почему и так далее. Он не пришел, он пришел перебивать и провоцировать. Ваши люди, которые обещали...